Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, ну что, будем дальше бомбить задание за зомби. Кстати, у меня фаворитом на арене, знаете, кто был? Не разгром, а замех, как ни странно. Но мы начнем играть за разгрома. Так, игра идет, огонь ревет. Значит, мы будем против подсолнуха. Окей, поехали. Карта у меня, точнее колода у меня немножко поменена для арены, но я думаю, что и здесь тоже она сойдет. Если нет, будем пробовать играть за замеха. Так, здесь поменяем и здесь поменяем. Так. Ну, в принципе, неплохо. Давай посмотрим, что он затеет на этот раз. Ничего, да? Никаких условий нету. Наносит... Чего? Ты прикинь, прям в лоб мне. Вот это жулик, вот это жулик. Хорошо, мы ему сейчас ответочку-то дадим. Достойную, надеюсь. Он меня, конечно, по энергии переплевывает. Но мы приступим. Так, найдется ли у него что-нибудь? Кстати, что-то мне это не нравится. Что он хочет сделать? Он копит энергию. Для чего? Сейчас у него будет 6. Ё-моё, офигеть. И это на начальном этапе. Хм. Подозрительно все это, если честно. Очень подозрительно. Что он сейчас будет выставлять? Сюда ничего не поставит, да, по идее? Тут подсолнух. Значит, еще один. Так, парень, погоди. Ох, вот он что сделал. Ну давай тогда, наверное, один мы уничтожим с вами. Короче, получим сейчас 3 в лицо. Да, не очень весело на самом деле. Но я могу кое-что здесь сделать. Например, эволюцию. Ага. Если я применю, мы с тобой вот этого уничтожим. Но все равно 3 в лицо нам прилетит. А может быть и больше. Все зависит от того. Ага, уничтожает того, кто нанесет урон ему, да? Это эрозия. Что нам выпадает? Так, безумие мы пока сохраним. Знаешь, что проблема какая в чем? Что у меня нету бойцов. Сумоист. Сумоист. Ладно, поставим его сюда. Так, сколько ты наносишь? А, минус 2, минус 2. Блин, конечно, у него по энергии тут вообще просто завал. Смотри, что творит, а? Чудик. Ну и что мы с тобой можем сделать? По-моему, ничего. Так, секунду. Если я его поставлю сюда, он же уничтожит, да? Лучше, я думаю, мы, наверное, с тобой... Как сделать? Отменить уже нельзя. Ё-моё, отменить уже нельзя. Хорошо, тогда мы с тобой сделаем немножко по-другому. Я смогу уничтожить... Вот этот подсолнух ему, да? Я могу уничтожить. Хотя даже мы сделаем лучше с тобой безумие. Ну, поехали. Этот уничтожаем. Подсолнух бомбим. Опа, опа. А с какого перепуга-то вдруг? С какого перепуга? Ну-ка, на тебе. Она же все равно уничтожит, да, мне? По-моему, она... Ох, еще и 6 в лицо нам прилетит. Вот такой вот этот виноград. Ладно. Бамс. Он пробьет. Он пробьет, ребята. А как мне вот этого теперь? Объясни мне, как его уничтожить? Он же все равно при уничтожении, если мы его подобьем, друзья мои, он выстрелит. О, тут уже трындец. Ты посмотри, что он делает. У него, короче, легендарные карты пошли. Да. Друзья мои, вы все видели. Короче, берем с вами, знаешь, кого сейчас? Раз он так делает, у меня есть одна хорошая колода. И знаешь, за кого? За супермозга. Ты спросишь, почему? А сейчас увидишь. Главное, чтобы она сработала.
Тут у меня очень много растений, которые могут... Ой, растений. Очень много зомби, которые могут уничтожить... Да что вы мне подсовываете? Это вечно не то, что нужно. Зашибись. Офигеть. Дали мне руку. Такое ощущение, как будто это специально все делается. Он размещает два шампиньона, да? Зашибись. А для чего он это делает? Ты понял, да? У него же есть легендарная карта, которая делает из них 3-3. Делает из них 3-3 и... А мне некого поставить. Подсолнух. Ну я так и понял. Сейчас это начнется, ребята. Это начнется сейчас такая волокита. Мы получаем с тобой 3 в лицо. Так, что мне тут выпадает? Окей. Наносит бонусную атаку. Давай сюда, пожалуйста. Окей. Жалко, короче, что мы с тобой не можем уничтожить подсолнух. Пока не можем. Ну-ка. Что у него там есть в руке? Вот мне интересно знать. Наносит 3 единицы урона. Смотри, как он свой подсолнух бедный оберегает, а? Уже не знает, что придумать, блин. Все у него там есть, да? И так, и сяк. Естественно, он себе прибавит сейчас... Вот, кстати, вот такие вот ребята зомби у меня, у которых есть кровожадность. Кровожадность, она уничтожает любого зомби, на которого наносится урон. Так, поставлю сюда прочерк. Ах ты упырь. Что мы с тобой можем сделать? Ну, вот так вот, наверное, сделаем. Минус 2. Твою ж налево, а. У него откуда-то, понимаешь, появился ромашка, да? Жулик. Ладно, давай посмотрим, что он там дальше будет делать. Еще один подсолнух, да, вызвал. Мы с тобой сделаем бонусную атаку. Но подсолнух ему опять же сейчас даст энергии. 2 штуки. Этот у меня атаковать не может, к сожалению, пока. Опа, и у него уже 8 энергии. Нормуль? Как тебе такое? Слушай, а что у нас... Так, мы здесь можем сделать... Так. А, бонусную атаку проводим, да? Но я думаю, что вот так сделаем. Ну что, будем смотреть? Естественно, естественно. У него же есть, ё-моё. Всех уничтожает, прикинь. Мне только вот так остается сделать. Зашибись. Да, мы с вами в огромной опе, получается. Ну, давай так сделаю. Хотя надо было... Да откуда у тебя, блин, все есть-то, ё-моё? Откуда у тебя все есть, блин? У него все абсолютно. Чё, блин, не подсунь, у него все, на все есть ответ, блин. Твоё упырство, а? Как вот с ним драться, блин? Что вы мне дали? Ерунду какую-то. Он, энергию у него, он сейчас все тут может заставить. Понимаешь? Все абсолютно. Заклепать. Виноград. Ну а ты что? Что другое ожидал? Нет, ребята, ничего другого здесь не будет. Что ты мне там дашь? Что подкинешь? 6 в лицо, да? И потом еще 6 при смерти. Вот и все, ребята. И песенка наша будет спета здесь. Минус 1, минус 1. Он уничтожает всех оставшихся зомби, которые у меня на земле. И в лицо прописал. Офигеть. Что я могу сделать? Так, могу, конечно, сделать бонусную атаку. Но это мне не поможет, верно же? Ребят, я умываю руки. Я умываю руки. Смотрите, что происходит. Я делаю бонусную атаку. И он мне бамс, и все. Как тут бороться с ним? Как? Объясни. Это первый бой, блин. Легендарные карты пошли, блин. У меня их нету, понимаешь? У меня их нету, легендарных карт. Как я должен здесь драться? У него, какое растение я не поставлю, у него на все есть ответ. Надо эти подсолнухи уничтожать. Но вот как? Как мне так сделать, чтобы я их мог быстренько уничтожить? Зачем мне 2 ниндзя эти? Ладно, фиг с ним, давай. Ему в любом случае придется сейчас что-то выставлять, да? Ну, естественно, у него 2 шампиньона. Хорошо, хоть не на тех линиях. Так, ладно, 4 в лицо он получит все равно, как ни крути. Дальше у нас выбор. Мы ставим с тобой ниндзю.
Мы ставим с тобой ниндзю. И потом я еще попробую вытянуть две карты. Давай. Угу, отлично. Так, этого уничтожаем. Четыре в лицо. Так, он мне тоже дает, да? Ну что, у нас с тобой... Давай, наверное, вот так вот сделаем. А чё ты задумался-то сразу? Чё ты там замутил, а? Ничего не стал против меня делать. В чем подвох у него очередной, а? Чё-то выжидает, а? Вот что-то я чувствую, он выжидает, друзья мои. Хорошо, я поставлю сюда зомби. Угу, угу. Не так решил, да, меня? Так, у него еще сейчас защита сработает. Минус 2. Этот остается у нас без атаки, к сожалению. Сейчас этот даст ему энергию. Одну штучку выдал. У нас всего 5 энергии. Я выставлю, наверное, вот так вот. Гаргантюа сюда. Ну и мухана. Этому хана, я тебе точно говорю. Или вот, не, вот этому. Мы же должны будем переместиться, так ведь? Ага, вот этому шитику. Но он все равно энергию наберет. Так. Что у нас тут? В принципе, неплохая карта. Ребята, он сейчас, наверное, кукурузу скоро вызовет. Скорее всего, да? И что мне здесь? Так, бонусная атака проводится, да? Ну, давай, предположим, сделаем так. Вот, начинается. Иди отсюда. Естественно, 6 в лицо. Поехали, ребята, у нас есть шанс, я надеюсь. Да, наконец-то, блин. Фух, просто с картами повезло. Ни больше, ни меньше. Иначе фиг бы я его тут победил бы. Ну что, друзья мои, двигаемся с вами дальше. Первый уровень с горем пополам прошли. Переходим на второй. Также буду играть пока за супермозга. О, Цитрон. Слушай, мне такое впечатление, что сейчас будут колоды у врагов именно с легендарными картами. Именно с легендарными картами. Так, здесь поменяем, здесь поменяем. Твою ж налево. Поменял, но вот это вот, в принципе, неплохо. То, что я смогу вытянуть две карты себе в плюс и нанести атаку. Ага, ага, заморозку. Это говорит о чем? Что у него, скорее всего, колода на заморозке будет сделана. Пока мне выставлять здесь некого. Он задумался. Превращает в случайного зомби. Я ничего не потерял, ребята, от этого. Так. После уничтожения наносит... Чё? Ага, ну ладно, ладно. Это меня устраивает вполне. Давай вытянем две карты. То есть, грубо говоря, он мину эту зря истратил. Но мы сейчас еще... Опачки! И бесенка выставим. О, отлично. Так, ему это не понравится, поверь мне. Ну, а мы с тобой, наверное, сейчас сделаем... Вот так. Вытягиваем карту. Погнали. Атакуем. Замечательно. Ну-ка, давай вот так сделаем с кровожадностью. Вытянем карту еще. Оу. Так, а что у него там есть? Есть такое, что он может уничтожить всех просто за раз или нету? Заморозка зомби. Чё-то у него, по-моему, совсем дела плохи, раз ничего не выставляет. Так, наверняка взял неуязвимость, больше чем уверен. Так, мы можем с тобой сделать эволюцию. Но пока не будем. Потом, если что, откинем какое-нибудь растение, если он выставит сюда какого-нибудь крупняка. Мину влепил, да?
и размещает стен орех. Плюс вытягивает карту. Так, превращает так в зомби, который, блин. Ну, я не знаю. Давай не будем ничего пока делать. Просто атаковать. Уничтожил, да? Опять у него защита. Это второй раз у него сработало. 11 хп у него всего остается. Ну что, я могу, наверное, вот так вот сделать. Спокойненько теперь. Давай смотреть. Всего 11 здоровья у Цитрона. Разброс. А вот это плохо, ребята. Еще и неуязвимость. То есть, грубо говоря, вот этих вот он мне уничтожит. И это плохо. 9 хп всего лишь. Так, что бы нам с тобой замутить-то такого, а? Ну, наверное, я вот так вот сделаю. Кровожадность. И вот сюда тоже кровожадность. Ах ты, елки-палки, тут же орех стоит. Тут же стоит орех. Я совсем забыл про него. Ладно. Уничтожаем орех. Стебелек этот никчемный. Как бы мне его теперь подбить? А, все, он, ребята, отдуплился. Он получил урон от моего зомби, да? И отдуплился. Так, ну давай еще вертолетик вызовем. Да, у него сейчас подгорает, наверное, жестко. Жестко, он, наверное, думает, ё-моё. А у меня, ребята, нету легендарных карт. Это обычные. Просто обычные карты. Ага, ну этот готов будет, вот. Ах ты жук, смотри, что делает. Ну мы можем с тобой. Интересно, он будет делать? Бонус на атаку он сделает в замороженном виде? Мне кажется, нет. Превращает. Так, и я вытягиваю карту. Давай попробуем здесь. Кстати, неплохая картишка. Так, жалко, конечно, что зомби этот не сможет сделать атаку. Но он и так отдуплился, отлично. Все, щитов у него больше нету. Он может только поставить себе неуязвимость. Он только поставит себе неуязвимость, и я, знаешь, что сделаю? Давай-ка вот так вот, наверное, с тобой сделаем. С прочерком, да? Все как полагается. И... вот так. А ну-ка. Команда. Еще одна. Растение становится не... ага, он прикрылся. Понял. Ох, и съедает всю ману мне, да? Всю энергию. Вот жулик. Ладно, все равно мы получим, точнее он получит 3 в лицо. А, все, ему хана, друзья мои. Ему крышка. А, нет, вру. Обознался, друзья мои, обознался. Что-то я вперед, батьки, в пекло полез. Бонусную атаку мы с тобой сможем сделать, да? Бонусную атаку. Как нам тогда лучше сделать? Наверное, вот так вот. Ну что, смотрим. Этого уничтожим мы с тобой. Смотри, как это делается. Отдуплись. Защитник фигов. И делаем с тобой вот такую штуку. Ой, красота-то какая, друзья мои. Просто красота, все. Расчехлили мы с тобой Цитрона. У него шансов не было, ребят. Просто не было шансов, потому что я там такой себе добор сделал, а у него всего одна карта. То есть у него без вариков. Ну что, мы переходим с тобой на третью миссию. Опять у нас вспышка на солнце. Опять это противная подсолнуха. Будет нам сейчас мозги компенсировать. Так, Гаргантюа, ну ты пока, наверное, подождешь маленько своей очереди. Ты тоже? Ой-ой-ой-ой-ой. У меня нету ранней игры. Да ладно, ты серьезно? Да ну.
С одной курочкой буду плясать здесь. Ладно, давай. Вариантов все равно нет. Так, ну ладно, потратил, по крайней мере, хотя бы свое заклинание. Смотрим дальше. Пока я ничего здесь поставить не могу. Я могу сделать только максимум это бонусную атаку, которая мне, наверное, сейчас... А, он же убегает. Наносит бонусную атаку. Слушай, да, мне придется сделать так, ребят. Надо уничтожить этот подсолнух как можно быстрее. Во! Так, пошло дело. Теперь давай сделаем с тобой кровожадность. Поставим. Ну, он сейчас будет, наверное, свои под... Нет, не стал ничего выставлять. Хм. Странно. Очень странно. Ну, давай тогда вот так вот сделаем. Моему шкалу минус 2. Опа, опа, опачки. Ты понял, что он сделал? Значит, он все-таки хотел, да? Сделать нам ультушку. Но мы немножко его передурим. Так, 3 в лицо он получит, это однозначно. Ах ты! Минус 2. Блин! Вот это он меня, конечно, подловил. Тут он меня подловил, тут не поспоришь. Но у меня есть ниндзя. У меня есть ниндзя. Хм. Ладно, я хочу, ребята, сделать добор себе. Ох, ё-моё, ромашка. Слушай, у него, по-моему, та же самая, ребят, колода, которая и была в тот раз. Да, именно ее он использовал. Так, ладно, подсолнух нам 3 в лицо зарядит. Тут, ну, никуда не деться. Но зато мы здесь уничтожаем, да? Как бы нам теперь его-то пробить, а? Еще доборчик у нас. Так, бонусную атаку. Это 3 и, например, 3. Ммм. Все, я понял, ребята. Погоди-ка. Погоди-ка, погоди-ка. А почему я не могу здесь синтез сделать? Вот этим могу. А вот этим нет? Хм. А почему так? Почему так, а? Ты достал уже свои подсолнухи тут плодить, а? Ну что, давай добор сделаем тогда, все равно выбора нету. О, сундучок, друзья мои, мы с вами еще можем повоевать. Так. Подсолнух жалко, не добили этот, а? Сейчас он получит сколько? 3 энергии? Десятка у него будет? У него будет десятка. Хм. Если я сделаю... Блин, как бы мне... Я не понимаю, почему этот зомби не может сделать шаманство, а? Короче, мы с тобой ставим сюда сундук. Ставим сюда антигероя. Мы получаем с вами легендарную карту. Что он делает? При разыгрывании карты танцующего зомби растение героя получает минус 2 единицы урона. Танцевальная эволюция получает... Да блин, нафиг мне танцоры-то ваши здесь? Танцура он мне вызвал. Так, и можем кого-то убрать. Кого-то лучше убрать, этого, наверное, да? Да, давай его отсюда берем, чтоб не мешался. Так, поехали. А, он же выставлять еще будет, ё-моё. Но этот мы, предположим, уничтожим. Если он, конечно, сейчас что-нибудь не замутит. Уничтожает зомби на земле. Так, у него, ну у него энергии, сам видишь, сколько много. Че он там выстрелил? Подсолнух, да, все-таки? Курица, куда ты убежала? И всех в ананасы. Блин. Все-таки он сделал это дело, а, ребят. Все-таки он умудрился меня здесь надурить. 2 единицы урона еще наносит. Слушай, а сколько у него? 8 хп, да? Блин, мы-то сейчас с тобой... Ага, кровожадность. Кровожадность я сохраню, наверное. Блин, у нас 8 хп. И у него, кстати, тоже 8 хп. Что мы можем сделать? Ну, во-первых, с тобой делаем вот так. 3 энергии, да, всего остается? 3.
Если он мне уничтожит вот это вот, все, ребята, мы с вами не пройдем. А он его уничтожает. Он понял, что я хотел сделать. Я хотел сделать через бонусную атаку сразу вот этот ряд пробить. Так, плюс одна единица урона всем. Здоровски. Так, тут получается 9 урона, ребят, все, мы проиграли, к сожалению. Он не стал уничтожать вот этого зомби, да? Он стал уничтожать именно... Ай, именно мою зомбариху, которая могла просто пробить этот ряд и все. В общем, друзья мои, остается та же самая тактика, как и в первый раз, когда мы дрались. То есть я ничего менять не буду. Единственное, конечно, мне не повезло с легендарной картой. Для танцовщиков. Нафига они нужны, эти танцовщики? Ну что, вот вы дайте мне раннюю, дайте... Да хорош. Но... Ну, хотя бы так. Погнали. Так. А что ты сразу в лицо-то? Блин, ну правильно, он гонится именно за накоплением энергии. То есть он уже берет преимущество. Сразу же, да? На раннем старте. То есть у него уже 3 энергии, а у нас только лишь 2. Выставляем вот этого зомби. Вытягиваем с вами карту. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Вертолетик. Так, у него нету. Он ждет, он копит карты. Ну, вот этот, в принципе, неплох. Неплох, я могу, наверное, его поставить сюда. При получении урона он получает к атаке. Так, мы можем нанести бонусную атаку. А стоит ли нам делать бонусную атаку-то? Слушай, я не знаю, ребята. Блин, наверное, не буду. Так, хоба, он становится 2, да? 2 к атаке, отлично. Вот в этом случае, в принципе, можно было бы нанести бонусную атаку. Копит, а? Копит он, друзья мои. Ну, давай я, наверное, сделаю вот так вот. Поехали. Уничтожит, интересно, или нет? У него есть там нанести... Да иди ты! Как специально все, ты посмотри. Шкалу моему уничтожили. Так. Перемещает зомби плюс 1 к атаке. А здесь у нас идет бонусная атака. Ну, этот стебелек надо уничтожить как-то, я не знаю, ребят. То есть, либо-либо, да? Либо я уничтожаю этот стебелек. У меня нет вариантов. Я лучше уничтожу ему этот стебелек, потому что фиг знает, кто из него там появится. Вертолетик. Вертолетик. Так, у нас 5 энергии. У него же там есть наверняка уничтожить... Растение, да? 100% тебе говорю, у него есть эта фигня. Ну, давай посмотрим. Как... Опачки! Смотри, что делает. Какой же ты, а? Чертополох, а? Ну, у меня просто нет слов. Ну, давай все-таки одного мы с тобой уничтожим. Одного... Двоих уничтожим, 6 в лицо получим. Ага. Неплохая карта, но не в данный момент. Не в данный момент. Так, смотри, что у нас здесь получается. Если я поставлю вот этого зомби, будет ли он его трогать или нет? И амфибию поставим. Если не будет трогать, то мы... А что мы? Мы уже ничего не сделаем. Бонусную атаку мы... Да ты... Так, кстати, есть, есть ребята у нас с вами... Но 6 в лицо сейчас нам прилетит. Так, одного уничтожим. И еще 3 в лицо, да, нам загремит. А, нет, 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 не загремело. Так, смотри. Смотри дальше. Бонусная атака 3, у нас 7 энергии. Ну давай я поставлю вот так вот, предположим, ребята. 2 единицы остается, если что. На бонусную атаку мне вполне хватит. Так сделал, да? Итак,
Так, мы можем переместить с тобой. Переместить. Или все-таки... Ну, здесь ладно, здесь обмен. Мы уничтожим его. Так, здесь уничтожим. Вот тут, конечно, небольшая проблема. Бонус на атаку, хорошо. Давай сделаем вот так вот. Перемещаем сюда. Подсолнух получает по мозгам. Так, и у нас, в принципе, преимущество будет за нами. Так, минус. Подсолнух минус, и это тоже минус. У него две карты всего. У него всего две карты. Ну давай, я рискну вот так вот сделать. И... Ну вот так вот. Не знаю, ребят, сейчас поставить сюда виноград и все. Твою же налево, ну... Чё творит, а? Ладно, мы уничтожим, конечно, но получим, ребят, смертельный урон. Даже два урона. Смотри, что творит, а? Жучара. У него одна карта. Опа. Слушай, ну... В принципе... Давай поставим сюда. У него две карты. Наносит 5 единиц урона. Слушай, у него, походу, ничего нету. Походу, дела ничего нету. Так, что там у него? Шампиньоны! Какого фига у тебя шампиньоны, блин? А, ну так, хорошо, ладно. Это удачно, они встали. Оу. Смотри, что мы делаем с тобой. Так, у нас с тобой есть... Ха-ха! Давай-ка мы, наверное, применим. Получим две карты сверху. Отлично. Плюс мы можем с тобой нанести бонусную атаку. Бонусную атаку давай сделаем. Так. Слушай, одну, наверное, я все-таки оставлю. Я черт его знает, что у него там еще в руках может быть. Отлично. Так, ставим, наверное, мы с тобой сюда. Получаем легендарную карту. Ну вот. Получает плюс один за каждую единицу здоровья героя. Ох, слушай, ну это хорошо, ребят. 6-6 будет, да? 6-7, да. Хе-хе. Так, кому ты там наносишь? Вот этому, да? Мне? В лицо? Ты страх, что ли, потерял, парень? На тебе, и добивочный. Совсем оборзел, Ой, друзья мои, шикарная победа, я считаю. Вот легендарные карты я могу только получать за счет каких-то подарков, так скажем. Ну что, ребята, предпоследняя миссия. Да, супермозг меня порадовал. А знаете, почему я стал за него играть? Он проявил себя офигенно на арене. Офигительно просто. Но опять же, очень тяжело драться против ребят, у которых есть легендарные карты. А там они практически у всех есть. Давай, наверное, вот так оставим с тобой. Начнем, пожалуй. Посмотрим, будет ли у него. Конечно, будет. Ага. Подснежник. Это говорит о чем? О том, что, наверное, будет заморозка здесь у нас присутствовать. Верно? А ну-ка. Поставим сюда сундук. Точно, друзья мои. У него все на заморозке будет. Ну, неплохо. Так, этого чудика мы должны с тобой забомбить. Каким образом? Мы можем сделать с тобой... Вот так. Две карты сейчас вытянем. Ай, красота, ты моя ненаглядная. Давай, иди сюда. Проверим. Да хоть ты что тут делай, елки-палки. Все равно мы уничтожим его. Ха-ха, классно. Смотри, чпок. Обожаю вот эту вот способность, кровожадность. Какой бы он там ни был бы, мы уничтожаем. Хоть там 10-10, хоть 30-30, мы все равно уничтожаем. Так, смотри. Я могу, наверное, сделать вот так вот. Одна единица энергии есть. А сколько он стоит по энергии? Я что-то не вижу. 7? А что он делает?
Размещает двух случайных пиратов на случайных линиях. Слушай, ну это круто. Ой, смотри, как красиво он сделал. Прям подставился под меня. Ну, парень, извини. Мы, конечно, тоже зомби потеряем, но грибочку-то там не жить. Так. Двигаемся дальше. Вопрос интересный. Вопрос очень интересный. Давай я сделаю вот так вот и позову менеджера. Вытягиваем с тобой карту. Так, эта карта у нас что дает? Ага, перемещение плюс один. Смотри, что делает. А что творит? Плюс один, да? Перемещение плюс один. А куда бы я ни переместил, все равно получим урон. Ладно, давай атаковать. Что нам там выпало? Оу, кровожадность. Кровожадность я сюда поставлю. Двигаемся дальше. Вертолетик. Вертолетик я поставлю, наверное, вот сюда. 7 энергии, короче, ребята. Ага, ага, смотри, что делает. Усиляет. Рикошет, а кого рикошетит, а? Как думаешь? Наверное, вот этого. Ух, спасибо тебе, парень. Ты сейчас только что мне удружил. А чем удружил? Потому что я его вызову заново, и он мне даст еще одну карту. В общем, удача сегодня на нашей стороне. Ну, правда, тут минусанули. Тут ничего не сделаешь. Так, друзья мои, вызываем. Помните? Напоминает босса. Ой, красиво, красиво. Вот эта бочка. В ней же пират сидит, насколько я помню. Нифига. Вот это... вот прикинь, такую легендарную карту иметь у себя в руке. Ну как не играть? Плюс еще и прочерк. Смотри, он задумался. 6 в лицо, кому охота получать? Ха. Плюс здесь пират хранится. Так, он будет бомбить сюда, да? Нет? А, ну если только вот так вот, с помощью заморозки. Ну да, 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 ребят. С помощью заморозки только он может выкрутиться. Ладно. Блин, ну это будет люто, если мы еще тут проиграем с тобой. Это будет, конечно, очень люто. Так, что мы сделаем с тобой? Ну сюда я поставлю кровожадность. А сюда нет. Давай вот так вот сделаем. Карту. Бесячество. А ну-ка. Что он сейчас замутит? Заморозка зомби. Так, бонусную атаку получает растение. Посмотри, а. Что он творит, друзья мои? Что он творит? Он уничтожит, конечно, мне. Но зато он все карты на этом деле потратил. А мне его уничтожить не составит труда, потому что, ну, у меня, смотри, сколько карт, и я могу... Оу, еще и бонусная атака. Смотри, что мы делаем с тобой. Пропускаем ход. Смотри теперь, внимательно. Бомбим. Отлично. Так, превращает в случайного зомби. Ну, вот это вот... Нет, не будем, ребят, пока превращать. Просто сделаем с тобой добор. Красиво. И сейчас у него... Так, наверное, минус один, да, на земле? Нет? Так. А бочку не стал трогать, смотри. В меня, что ли, бомбит? Нет, в зомби. Окей, продолжаем разговор. А значит, сюда я поставлю вертолетик, и все. Если зомби подвергается заморозке, а если зомби вот так вот бомбит... А если еще и вот так сделает? Что ты на это скажешь, парень? Угу. 2 хп последние у него остаются. Пропускаем ход. Заморозка, да? А растение получает плюс 2, плюс 2. Ну давай-ка вот так сделаем с тобой. Оу. Ну что, у него ничего нету, по ходу дела, и все, ребята. Но это я считаю шикарно. Шикарно мы с вами сыграли.
Так, ну еще у нас, по-моему, последний бой, да, будет? Карточки мы с тобой получаем. И, да, последний уровень. И это у нас, опять же, вспышка на солнце собственной персоны. Ну что же, давай приступим. О, заменим, наверное, вот здесь вот. Блин, бонусная атака. Ай-яй-яй, не знаю, ребят, мне кажется, опять сейчас начнет он с этими своими подсолнухами. Мне... Тихо, что еще, условия какие-то? Так, вспышка на солнце начинает игру с плюс 10 единицами здоровья и одной картой. Горите ясно, чтобы не погасло. Зашибись! Офигеть, ребят, ну та же самая политика партии, ты видишь, да, он начинает себе копить энергию на ранней игре. Ну и плюс ко всему, ты видишь, у него 30 хп, плюс еще одна дополнительная карта. Лучше не придумаешь. Сейчас будет свои подсолнухи выставлять. Ну, естественно. О, шлепок, а. Наверное, сфейлимся мы здесь с тобой. Потому что я 30 здоровья, но это не пробить мне его. Мне его не пробить. Ну, хотя я буду пытаться, стараться. У него уже 6 энергии, ё-моё. Да кто бы сомневался, а? Кто бы в этом сомневался, что у тебя все-то есть. Ну, по крайней мере, подсолнуха он лишился. Можем сделать с тобой сейчас бонусную атаку. Угу, можем. Мне кажется, не получится ни шиша. Он его уничтожит. Так, 4-4. Поехали. Ведь уничтожишь же, да? Ведь не оставишь ведь. Против своей рамочки. Он прикроет ее любыми способами. На, еще один подсолнух вызвал. Вы издеваетесь, что ли, надо мной сейчас? Я не понимаю этого. Ну ладно, уничтожим с тобой этот подсолнух. Фиг с ним. Ромашку, точнее. Он получит здесь и здесь, да? А у нас всего 9 хп осталось. На все про все 9 хп. Смотри, что делает, а. Ой, друзья мои, друзья. Дела мои тут плохи. Ладно, сфейлимся. Наверное, скорее всего, и надо будет о чем-то. Где сундук? Дайте мне сундук. Надо его вообще сделать еще одним. Так, ромашка пробьет, да? 3 в лицо, но этот мы уничтожим с тобой, стебелек. Так, ромашка нам сейчас, конечно, прожарит. Почему защита не сработала? Я не понял. Почему не сработала защита? Блок наш. Ну да, 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 да. Я понял. Плодить сейчас будешь. Сделаем, например, так. Ну. Так, у него 4 карты всего, да? 23 здоровья плюс все щиты он наносит. Все, ребят, это фейл. А, нет. Хотя да, фейл. Хотя нет. Почему фейл? Не фейл, друзья мои. Еще пока живем. 3 урона мы только получим в лицо. Тогда фейл. Тогда фейл, друзья мои. Но это, согласись, это уже сговор пошел. У него выпадает карта, да? Которая как раз нужна. И он меня уничтожает. Хорошо устроился, я смотрю. Чепушило. Ладно, поехали. Весело живем, как говорится. У нас все равно, ребят, выбора нету. Нам нужно... Блин, ну почему вы мне такие карты-то даете? Дайте мне что-нибудь, ну, попроще, а? Ну что это, ну? Ну, ребят, ну это все, это труба. Да не надо мне твои условия, я знаю все прекрасно, что он начинает с 10 единицами здоровья и плюс одной дополнительной картой. Плюс он размещает шампиньоны, я уже, кстати, представляю, для чего он хочет это сделать, чтобы превратить их в ананас. То есть 2 в лицо мы с тобой отгребаем. Почему у зомби нету растений, точнее героев, которые хилят их, а? Ну и что, что ты мне прикажешь делать? Ребят, по-моему, тут надо переигрывать. Ну ты посмотри, что мне тут дали, а. Я сейчас столько урона наполучаю. Не-не-не-не-не, переигрываем. Я сдаюсь. Это фигня, он сейчас мне... Я пока выставлю карту, это будет просто трындец. Давай, давай что-нибудь нормальное. У меня столько там по 2 энергии, по 1 энергии.
карт. Что ты мне выставлять даешь? Это ерундовина. Ну вот, более-менее уже. Хотя бы так, хотя бы. А то дает мне там по 5, по 6 энергии. Так, ну что? Ах ты, ёпрасоте. А почему я не мог курицу выставить, интересно? Потому что я дурачок. Сейчас сделаем не то, что нужно. Так, поехали. Он сейчас подсолнухи, да? Ну, естественно, конечно же. В первую очередь он будет свои подсолнухи тут плодить. Кстати, надо посмотреть, у меня есть какие-нибудь карты, типа там шаров или еще что-нибудь, которые могут уничтожать на первом ходу их. Но тут нельзя просто ему давать получать энергию. Вот и все, ребят. Давай сделаем вот так вот. 4-4. Так, погнали. Ну, конечно же, ромашка. Как же без ромашки? А где мои зомби? С этим, с кровожадностью. Я не могу понять. Почему их не дают? Еще, как говорится, мы 3 в лицо получили с тобой. А он все плодит, плодит, ребята, себе энергию. Так, давай вот так вот сделаем. И вот так. Ай, курица убежит же сейчас. Она же трусиха. Что-то задумался. Что-то... Еще одна ромашка у него. Да ну. Твою же налево, а. Так, ладно. Пиу. Так, что у нас там? Давай вытягиваем 2 карты с тобой срочно. И еще 3 в лицо, да? И остается у нас всего 9 хп. А он все плодит. Надо будет потом, ребята, в следующий раз проверить. Так, это у нас 3 и 2, да? 5. Вот так вот хотя бы сделаем. Напакостим ему, как говорится, на дорожку. Естественно, он сейчас мне влепит в трешку, да, ему нужно будет еще 6. Ему ничего не нужно будет, он уничтожает. И наносит 3 единицы урона. Ну, это финиш, ребят, все, проиграли. 3 в лицо, 3 пробивной. Плюс еще наносит 2 единицы урона. Да. И добивочный. Ну, последний бой, он на той последней, ребята. Ему дают офигенные преимущества. Во-первых, плюс дополнительную карту. И плюс еще и хп. До сраки, как говорится. Давай посмотрим, изменить. Что у нас с тобой тут есть хорошего, что я могу. Так, например, я могу взять себе сундук. Я, наверное, этим и воспользуюсь. Удаляем одного зомби. Берем сундук с тобой. Плюс бочка. Бочка у меня, по-моему, есть одна, да? В плане нету. Я же... Так, подожди-ка, бочку надо брать. Бочку нам нужно с тобой взять. Так, уберем, наверное, блин, это вот пригодится нам. Амфибию может убрать. Нет, давай вот, наверное, свой ниндзю одного уберем, а бочку возьмем. Вот так вот. У нас есть гаргантюа, а он у меня в колоде есть? Есть. Ну, так, заклинание, я хотел заклинание посмотреть. Заклинание, к сожалению, ребята, у... супермозга нету, который могли бы сразу, как говорится, уничтожать. Немножко плохо, обидно. Ладно, попробуем. Если не получится мне сейчас здесь победить, пойдем сыграем за разгрома. Как говорится, последняя попытка у нас с тобой. Что ты мне тут даешь, а? Ну вот, ну вот как, ребята, можно играть вот такими вот. Первый... Карты нету, то есть я не могу выставить. Он сейчас спокойно может себе поставить подсолнух. Конечно же, подсолнух, который будет, естественно, прикрывать на следующем ходу. Поэтому, что мы можем здесь замутить с тобой? Вот он дает ему энергию. Вот я ставлю этого. Он сейчас поставит впереди, как всегда, какого-нибудь там, или сзади, какого-нибудь мощного растения. Нет, он взял еще один подсолнух, влепил. Че? Ты, это, парень, ты не припухли? Да он припух, ясен перец, ребята, он припух. Смотри, что он делает. Ладно.
Будешь защищать вот этого своего, да? Или нет? Да должен, ребята, должен. 6 энергии, тут, знаешь. О, вызвал стебелек. Угу, стебелек. Вот что он вызвал, проблемы. Все, ребят, тут фейл. Короче, пойдем за разгрома. Что-то здесь, не знаю, у меня нет заклинаний, вот и все. И это большая проблема для меня, что нету заклинаний. Давай так сделаем. Блин, мы же могли бонусную атаку сделать. Ладно. Опа, еще один подсолнышек появился. Ну, естественно. Естественно. Да, судя по всему, тут, наверное, без разгрома нам не обойтись. Накостыляли-то нам. У него всего две карты, в принципе, ребят. Угу. Так, а если я сделаю, ну, предположим, ребята, вот так. Плюс вот так. Две карты дайте мне, пожалуйста. О, хорошая карта. В принципе, тоже неплохая. Так, у нас с тобой защита. Ага, защита сработает, конечно. Офигеть, он тут навыставлял, блин. Ну и чё? Бонусную атаку? Ну давай вот сюда вот. А у нас сколько хп? 11, да? Получим с тобой еще 6 в лицо. И всего 5 хп. У него там сколько? Одна карта? Мне здесь никак, ребят, не справиться, судя по всему. Ну, если только вот так вот сделать, да? И... ну, предположим, вот так. И вот так. Это максимум, что я могу себе позволить. А он берет. Ну и все, ребята. На следующем ходу нам крышка. Ну, что ты не погибаешь-то? Вот. Так, у него подсолнух остается. Как мне его уничтожить? Вот скажи мне. Как вот это вот? Он же по мне, если ударит. Он же если по мне... а он ударит. Все, ребята, тут... ну, никак мне не выжить, понимаешь? Когда Гаргантюан так уничтожает все его копии. Все его копии, да не вовремя ты. Все это хорошо, но не вовремя, ребят. Защита есть, я не знаю, сработает ли она при атаке. Хотелось бы, конечно. Так, курица, перемещение зомби плюс один. Все зомби получают. Да давай. Я проверю сейчас, пробьем мы или нет, ребят. Пробил он меня. Пробил. Я думал, что щит сработает. Но нет. Почему-то у меня он не срабатывает. Ладно, давай сыграем тогда. Кстати, за мех. Точно, ребята, за мех. Давай-ка мы за него сыграем, попробуем. Ребята, у него есть супер удар хороший. Наносит 3 единицы урона основному противнику и по 1 единице окружающим. Но вопрос в том, что выпадет ли мне эта карта. Хотя бы у меня есть вот эта вот. Тоже не... вот, вот она, друзья мои. Вот теперь мы посмотрим, как он со своими подсолнухами будет здесь кружить. Так, вытягиваем карту. Естественно, он сейчас выставит подсолнух. Это 100%. А, нет, он решил шампиньоны выставить. Блин, еще и не на той немножко. Вот сюда бы, почему не поставил? Нет, он вот именно здесь ставит. Так, смотри. Дальше мы с тобой что можем сделать? Подсолнухи он пока не вызывает, и слава богу. Сделаем вот так вот. Смотри-ка, что-то ничего не вызывает. Как ни странно. Что с тобой, подсолнушек, а? Ты немножко испугался или что? Угу. Курица это хорошо, но я поставлю вот так вот. И вот так. Давай глядеть. Вот он, подсолнушек. Вот проныра, а. Вот проныра. Ну, что не говори, ребята, все равно он выкручивается, да?
Как ни крути, у него все равно, ребят, получается. Ладно, уничтожаем. Давай думать дальше. У нас не так много карт. О, сумоист. Нам выпал сумоист. Его ставим сюда. Ну, что ты там будешь выставлять? Угу. Куда бы тебя влепить-то, я даже не знаю. Ну, подсолнух однозначно мы вот сюда переставляем. Под удар. И делаем вот так. Окей. И добиваем. Поехали. Окей. Окей. А, что там? Минус один, минус один. Ну, это не страшно, ребят. Неприятно, но не страшно. Страшно то, что у меня карт не осталось в руке. Так, синтез. Получает безумие. Наверное, вот так вот мы сделаем. Он же сейчас вызовет эту свою розу. Скорее всего. У него же роза и карт у него в руке. Откуда он столько их набирает, а? Ну, я так и думал, что он вызовет именно розу. Нам тогда надо сделать вот так вот, в срочном порядке. Да, жалко этого зомби, конечно. Хороший был чувак. Погнали. Так, 19 хп, практически сравнялись. Проблема все-таки сохраняется в другом. Так, спортивный зомби, то есть вот этот получает, да, неузив... А, вот они все спортсмены. Ну да, этот сумоист, этот спортсмен. Так, смотрим дальше, что он там будет делать. Будет, наверное, вот этого зомби уничтожать. Задумался, задумался. Думает, как бы... Ага, ага. В лицо? Он сделал выстрел в лицо мне? А почему он такой уверенный? Потому что у него защита, ребята. А это последняя. Зомби получает минус 2, минус 2. Это плохо. То есть 3 в лицо еще, да, сейчас получим? Угу. Так, но у него нет защиты. Никакой абсолютно. Мы с тобой можем хильнуться. И это уже радует. Давай хиляться. И продолжаем наш бой. То есть этого в любом случае уничтожим, но тут ему придется немножко попыхтеть. Чтобы нанести 4 или 5 единиц урона за раз. Может, конечно, тут повыставлять. А, ну вот так вот, если только. Ну давай, ладно, хорошо. Да иди ты, блин. Так, у меня еще все щиты, ребята. У меня все щиты должны сработать, блин. Пускай только не сработают. Ну. Так, что мы там получаем с тобой? Плюс 3. Сюда сделаем. Так, ладно. Оу, блин, оно не сработает. Нам нужно с тобой прикрыть. Давай сюда вот влепим. Будет прикрывать или нет? Вот сюда вот ставить что-нибудь будет или нет? Если не будет, ребята, то... Блин, поставил свой подсолнух. Еще и урон нанесет ему. Так, этого распишем. Здесь прикроемся. Ладно, поехали. У него тоже, кстати, одна карта осталась. У нас 10 хп всего лишь. Почему мне дают такое вот фуфло? Вот скажи мне, почему мне дают такое фуфло, блин? Опять 3-3, да? И подсолнухом прикрылся. Так, что я могу? Только подсолнух убрать, получается, да? Ну, хотя бы так, друзья мои. Тут уже, я не знаю, все средства хороши. Еще 3 в лицо. То есть у нас есть, по-моему, защита. О, вот это хорошая карта, ребята. Это хорошая карта. Я вот сюда, наверное, поставлю. И посмотрим. Ничего не стал ставить. Так, все, ему хана. Наконец-то, друзья мои. Наконец-то мы прошли этот уровень. Господи. С каждым разом все сложнее и сложнее. И от того же все интереснее и интереснее становится. Как ни крути. Да.
Ну, ребята, мы с вами переходим на 96-ю миссию, да, и у нас там падает тень. Будем с тенью драться. Но, как ты понимаешь, это будет все в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.